Проходя парламент Республики Молдова, мы не заключаем никаких контрактов. Мы заранее себе берем обязательства перед людьми. Не заключаем никаких договоров. Не может быть никакого совместного участия в коалиции из трех партий. Либерально-демократическая партия, демократическая партия и либеральная партия. Ну а если кто-то из них вдруг поменяет свой вот евроинтеграционный профиль на, допустим... Ну, если поменяет, и это отвечает соглашению, если они будут говорить, что да, мы согласны с тем, что Молдова должна быть в таможенном союзе. Это другой вопрос. Понимаете? В этом случае, да, пожалуйста, мы готовы, если вы голосуете за таможенный диалог. Возможен диалог. Но пока они четко сказали, что у нас только один путь, никакого таможенного союза быть не может. Исходя из этого, мы составили этот блок. Кстати, совсем недавно и лидер коммуниста, по-моему, заявил о том, что он берет на себя обязательство ни при каких обстоятельствах не заключать коалиции с этими тремя партиями. Ну, выдержит, посмотрим. Время покажет, мало тут осталось до 30